Друзья, свою молодость мы провели во дворе. Именно поэтому нам смешно то, что происходит в наших российских дворах. А дядя Витя говорит, да ты на пяточках попрыгай, пройдет. Дядя Витя, дядя Витя, ну отдай, отдай. Так надо на велосипеде с рамой ездить. Да ты на пяточках попрыгай, пройдет. Раз, дядя Витя, здоровье не дали. Че, посаны, брусья делаете, да? Ща покажу вам Олимпиаду 80. Дядя Витя, нормально, нормально, нормально. Дядя Вить, слушай, чё ты сегодня не в форме? Так мы и не в отделении. Дядь Вить, а чё сможешь свечку на брусьях сделать за коктейль? Свечка! Чё ты нафига это сказал? Я чё, знал, что он полезет? О, дядь Вить, нормально, нормально, нормально! Дышишь, дышишь? Да, дыхалка уже не как у Халка. Дыхалка. Э, пилот! Ты чё ржёшь? Иди сюда, давай мне присуху будешь проверять. Дядь Вить, может, не стоит? Давай, по ней КамАЗы шлифовали. Ну, смотри. Ну, здравствуй, Гавриил. Ну, отпусти хотя бы ещё на денёк. Да там ситуация, с пацаном разобраться надо. Прикинь, печень на место встала. Хорошо. Значит, Виталик, записывай. Брусья эти сносим, а асфальтом здесь все закатываем, и будет здесь новая парковка. Все по плану. Мужики, да вы че? Да, так я же эти брусья сам варил. Не, ну сначала хотели несложный лабиринт. Ну как получилось, так получилось. Брусья лучше. Мужик, у нас вообще-то разрешение есть. Да что ж ты, роза коммерческая, делаешь? Хочешь этих парней молодости лишить? Да не бывать тому! Блин, в лузу. Блин, мокрая. Видел? Ага, видел, сейчас и тебе покажу. Степан, заводи бульдозер, давай, сноси это все. Дядь, что делать? Все, спокуха, я на этой шушлайке полгода работал. Знаю, что надо сделать, чтоб никуда не поехала. Правильно. А, все приходится делать самому. Ну что, ломать не строить? А ну-ка, парни, собрались. Да! Постоим за двор. Да! Да! А что стоять? Давайте его вытолкаем, да и все. Да! 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 Отстояли двор. Спасибо, дядь Вить. А где дядь Витя? А ведь вот он, настоящий русский герой. Сделал доброе дело и исчез. Ребят, так может, никакого дяди Вити вовсе и не было? Может, мы его сами придумали, а? Ага, сейчас я за баяном ходил. Ну тогда по-сибирски всем воров! Выходите во двор, вспоминайте молодость!